В Институте психологии и образования Казанского федерального университета открывается первая и единственная магистерская программа «Психология и педагогика детско-юношеского спорта». О востребованности специалистов в данной сфере говорят цифры. В 160 детско-юношеских спортивных школах Татарстана занимается около 90 тысяч учащихся. На них приходится 3 тысячи тренеров-преподавателей, которые имеют высшее физкультурное образование, и всего 4 штатных психолога. Отвечая вот этому запросу общества, мы, скажем так, со взглядом на перспективу открываем данную магистратуру и запускаем первый поток студентов. Программа включает такие дисциплины, как психология взаимодействия тренера и психолога, психология регуляции состояния юных спортсменов в предстартовом, стартовом, постартовом периоде, тренинги по командообразованию в детских коллективах и прочие дисциплины. Особое внимание будет уделяться практической составляющей. Также в рамках магистерской программы будут разрабатываться новые методические материалы для специалистов, работающих в сфере детско-юношеского спорта. Сфера, она очень будет востребована. Когда я разрабатывала эту программу, разрабатывала учебный план, весь год я проводила также беседы с специалистами в сфере детско-юношеского спорта, с представителем тренерского состава, с администрацией, с людьми, которые действительно серьезно болеют развитием этой сферы и заинтересованы в ее дальнейшем развитии. И их мнение, знаете, было такое, что не только, да, нам было бы хорошо, чтобы у нас еще был психолог там, да, еще в школе, а позиция была такая, что без педагога-психолога в детско-юношеском спорте у него нет будущего. С 1 сентября по данной магистерской программе будут обучаться 20 студентов. Это как выпускники Института психологии и образования, так и профессиональные тренеры детско-юношеских команд. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.